31 жовтня котре прославило Дніпропетровськ на всю Україну та створило черговий прецедент. Зранку суботи почалися обшуки одночасно у кількох приватних помешканнях в офісі Фонду оборони країни, у приймальні народного депутата Бориса Філатова і навіть ресторанних закладах Дніпропетровська. У соцмережах гірко пожартували, що у нашому місті проходять навчання збірної СБУ, оскільки сюди були скликані працівники Служби безпеки з усієї країни. Обшуки проводили слідчі Генеральної прокуратури за постановою Чернігівського суду. Тим, кого піддали обшукам, не дали спілкуватися із адвокатами, деякі речі арештували. У всіх приміщеннях ламали двері. Головним результатом стало затримання засновника Фонду оборони країни, політика Геннадія Корбана. З листопада під Верховною Радою оголошено мітинг на підтримку фонду, адже зараз робота його волонтерів паралізована. Більше про це розпитаємо заступника голови правління Фонду оборони країни Олексій Ангурець, гість нашої студії. Добрий вечір. Слышали нашу короткую подводку. Есть какие-то новые данные, сведения с субботы? Да? Вот в субботу мы работали в эфире, следили за событиями. А сейчас, не знаю, вот должен был начаться суд. Наверное, уже начался, возможно. Еще на момент начала эфира пока нет. Ну, могу сказать, что касается нас, что касается работы фонда, мы потратили эти дни на попытки минимально восстановить работу. Во-первых, восстановить двери, которые были взломаны. Немножко восстановить минимально оргтехнику для того, чтобы, ну, то, что мы можем сделать, по крайней мере. Все-таки у нас обязательства перед теми людьми, которые к нам обращаются, которые просят, и мы хотим хотя бы то, что мы можем, те заявки, то, что еще можем выполнить и продолжить хотя бы в минимальном объеме нашу работу. Хотя, конечно, ну, можно сказать, что сильно парализовала работу фонда. Давайте так, что забрали вот, в фонде, в самом помещении фонда, что на сегодняшний день вот, не дает работать? Оргтехник, компьютеры? Да, была... Говорят, что даже шнуры, да? Забрали оргтехнику со второго этажа полностью, забрали практически всю документацию в бумажном виде, которая была. Вот, ну, как я сказал, были взломаны двери, ну, вот, и мы пытаемся как раз восстановить, ну, то есть там возобновили, там поставили временно, по крайней мере, там какие-то компьютеры, восстановили сеть, была повреждена тоже сигнализация, то есть это было оперативное для нас, все-таки есть материальные ценности, за которые мы отвечаем, они остались, поэтому мы оперативно восстановили сигнализацию. Вот, ну и сейчас пытаемся понять, что у нас осталось из документов для того, чтобы из тех же заявок, в частности, например, медикаменты уже были оплачены, нам необходимо их забрать, формировать аптечки и раздать, потому что мы уже пообещали аптечки. Ну, вопрос, конечно, как мы, ну, много вопросов, к сожалению, как нам действовать в этой ситуации, но мы хотели бы продолжать то, что мы делаем. У вас дома тоже был обыск? Да, у меня дома тоже был обыск в субботу, точно так же в 7:30 утра ко мне начали ломиться в двери. Ну, через некоторое время мне вынужден был открыть, потому как мне сказали, что в любом случае двери выбьют. Я вызвал милицию, милиция не приехала на вызов. Я просил подождать, пока я вызову кого-то из коллег или адвокатов. Ну, мне сказали, мы все равно будем ломать, поэтому я был вынужден. По сути дела, был я и моя семья, мы были, ну, с этими людьми наедине, скажем так. Тоже был и автоматчик. Ну, я не могу сказать, поведение было корректное людей, но, честно говоря, конечно же, ну, такое ощущение было не из приятных. А милиция не приехала вообще или она приехала не ко мне вообще не приехала? То есть на вызов не отреагировал? Да, я как раз вызывал в момент переговоров, так-то и сказал, все, никакого ответа не было. Алексей, ваше мнение, почему это происходит? Что это такое? Ну, очень легко сложить, но, опять-таки, я не могу делать какие-то реально оценочные суждения, но мы видим, да, прошли выборы, прошел первый тур выборов. Точно так же и я, например, и Павел Хазан, мой коллега, руководитель правления фонда, мы баллотировались от УКРОПа. Мы не являемся членами партии, но мы баллотировались, мы поддержали эту политическую силу. И вот буквально сразу же, еще не узнав об окончательных результатах, мы увидели эту картину давления. В общем и целом,
ну, работа фонда, которая, я считаю, достаточно критична была действительно для страны в этой ситуации, в которой мы прожили последние годы. И я не знаю, какие цели перед собой реально ставят те, кто спланировал это, но мое мнение, что это абсолютно негативно скажется и на нашем городе, и на области, и на стране в целом. Общее ощущение, что быть волонтером – это не просто, ну, скажем так, это опасно просто, ну, это опасно и страшно. А вот те обвинения, которые, я не знаю, насколько это правда, якобы вот в хищениях, да, насколько правдивы те доказательства и материалы, которые представят как доказательства о хищениях в фонде там, через фиктивные фирмы. Угу. Что это такое? Каким образом могли появиться такие обвинения? Ну, во-первых, я хотел бы неоднократно в разных СМИ, ну, где прямо, где не прямо, показывали картинки с большим количеством оружия, денег и так далее, и это ассоциировали с фондом. Я могу заявить, так как я подписывал документы после обыска фонда, что из фонда было изъято 12 тысяч гривен, угу, оргтехника и документы. Никаких миллионов, никакого оружия, ничего из фонда не было найдено, естественно, потому что этого там не было, и не было изъято. Поэтому, ну, это чтобы была понятна реальная ситуация. В отношении каких-то хищений, ну, да, через фонд я могу сказать, что прошло более 160 миллионов гривен за этот срок. Мы всегда, даже иногда нас упрекали в излишней там бюрократизации, что мы общественная организация, но мы всегда брали заявки, мы всегда требовали всю отчетность, очень скрупулезно. Для того, чтобы говорить о каких-то нарушениях, хищениях, ну, я думаю, что вполне логично было бы проведение, да, каких-то проверок фискальными органами. Но ничего же подобного не было. Почему СБУ, ну, вообще вопрос, почему СБУ и прокуратура и проводили и дома у меня обыск? Ну, какое отношение имеет эта деятельность, если это махинации, говорят о махинациях каких-то финансовых? Мне непонятно, честно говоря. Основатель фонда Геннадий Корбан. Да. Получается так, что сегодня ему предъявлены, якобы предъявлены обвинения о хищениях из своего собственного фонда. Основал для того, чтобы у себя воровать, в общем-то, да? Да, как-то, ну, сложно найти логику. К тому же фонд, ну, опять, я не являюсь юристом, поэтому юрист может лучше прокомментировать эту ситуацию. Но в общем и целом эта ситуация, я не совсем понимаю, кто пострадавшая сторона в этой ситуации. Масса, и сейчас такой был где-то такой черный юмор, но эта ситуация очень повысила популярность меня и моих коллег там на Фейсбуке, там буквально сотни друзей новых появляются, и все шокированы тем, что, ну, реальные сотни тысяч людей, кому была оказана помощь, они шокированы тем, что вот подобные выдвигаются обвинения. Mm-hmm. И тем волонтерам, которые с нами работали. К тому же, ну, вы же знаете, что не только служебные посадовые особы фонду, да, там я или Павел, Наталья Хазан, Ирина Кашлевская, которые волонтеры, действительно, они на добровольных, там, ну, мы получали зарплату, мы платили налоги, это абсолютно официально, все можно проверить, все было соблюдено. Но даже волонтеры, которые просто тратили без денег свое время и свои же ресурсы, то есть они тоже были почему-то задействованы в числе подозреваемых. Угу. Это странно. А правда, что вот сегодня снимали табличку на здании вокзала, снимали табличку там, где находится комната для бойцов? Пытались снять, но, к счастью, руководство вокзала само же, ну, то есть там, видимо, была какая-то ситуация, то есть в итоге решили оставить, я очень рад, потому что это очень важно, и это прежде всего мы хотим продолжать это направление работы, потому что оно не требует большого количества ресурсов, но оно уже налажено, эта система, оно работает, и оно действительно принесет большую пользу для военнослужащих, которые проходят через наш вокзал. А кто снимал, на каком основании попытка была? Это милиция? Это, ну, к сожалению, у меня нет, ну, как бы, полной картины, полной информации. Я знаю, что, видимо, возможно, там кто-то из администрации вокзала, там, узнав об этой ситуации, общий там решил, но в итоге оставили, слава богу. Да, слава богу, что пока так, да, получается, да, пока так, только по крайней мере, так. А мы сегодня слышим очень много мнений. Естественно, вот деятельность волонтеров, она
ну, не то чтобы под угрозой, но колоссальная дискредитация, да, идет. И очень многие люди, которые занимались этим добровольно, сегодня говорят о том, что возникает желание прекратить эту деятельность и, возможно, продолжать помогать только там точечно людям, которых знают. То есть вот государству помогать люди многие отказываются. Вот у вас такого желания нет, у вас есть желание продолжать? Так сложилось, что я вообще в общественной деятельности уже более 15 лет. В мирное время я был экологом, ну, в принципе, я и продолжаю заниматься экологической деятельностью параллельно, насколько есть возможность. Ну, это очередное испытание, ну, для нас всех, и я считаю, что мы его должны пройти. И в любом случае, или если мы живем в этой стране, мы должны строить страну, какой хотим видеть. К сожалению, даже последние эти дни я услышал еще несколько, ну, даже можно сказать, какую-то массу такого мнения, что все, мы хотим уехать из этой страны, все-таки ничего не получится. Это самое страшное, мне кажется, из того, что могло быть. Я тоже слышала много таких мнений. Поэтому я настроен продолжать, насколько меня хватит это заниматься. И буду просить много коллег зарубежных тоже поддержать нас. И, ну, к сожалению, опять мы возвращаемся к ситуации, которые там, не знаю, были перед Майданом. Это абсолютно ужасно для меня, но я себя ощущаю в тех же условиях, как это было перед началом Майдана. А у вас есть надежда, что ситуация разрешится вот в лучшую сторону? Ну, есть основания? Вот. Ну, я считаю, что мы все должны... Назвать это недоразумением, это, конечно, уже нельзя. Не получится, да. Мы все должны к этому стремиться. В любом случае, ну, так или иначе, это политика. Да? Политика – это искусство возможного. Я считаю, что в данный момент необходимо... всем сторонам садиться, разговаривать, если мы говорим, да, конечно же, с олигархами необходимо бороться. Почему не начали бороться с олигархами, которые привели страну к Майдану, мне непонятно. Я слышу заявления, я не вижу действий. Давайте бороться со всеми олигархами, давайте реально менять. Мы слышим очень много о реформах и видим очень мало. Мы видим, скорее, я вижу больше реформ все-таки снизу, с какого-то там, ну, может быть, среднего звена, но не более этого. Ну, говорить об олигархах, вот сейчас говорим о фонде, да, ну какие вы олигархи? Ну, мы говорим о том же Корбане, да, мы все понимают, что это человек не бедный, и что было сказано, что это вот, наконец-то мы начали бороться с олигархами. Но, как мы видим, подобная борьба, она приводит к очень ужасным последствиям, если это вести в таком виде. А правда, что у солдат, которые проводили захват, вот этот и обыски, были аптечки ваши? Были наши волонтеры, обознали, что это по комплектации, это то, что мы передавали. Ну, несколько тысяч аптечек было передано. Поэтому это совсем не исключено, что так, может быть, что-то из формы было тоже. Фонд за все это время очень много всего. И экипировка тех бойцов, которые были, вы знаете, таких действительно в АТО, я думаю, никто не видел настолько уровня хорошо экипированных, подготовленных бойцов. Я думаю, что они бы пригодились. Ну, мне кажется, что была настроена и та сторона, что они ожидали, они реально, мне кажется, что из разговоров с теми же следователями, что они ожидали, что здесь будут головорезы какие-то, что от них будут отстреливаться, что они были тоже немножко удивлены, когда увидели нас, сотрудников фонда, которые отнюдь не были настроены воевать с ними. У которых даже ноты дома нашли, да, и были удивлены. Ну что, заканчивается наше время. Возможно, вы обратитесь, может быть, за помощью. Нас слышат и слушают, и, возможно, помогут. Вот что ваши действия сейчас? Прежде всего, я призываю, чем может и должна быть сильна Украина, гражданским обществом. Я прошу всем, для всех нас сплоченности, действия, совместных действий. Здесь не нужно, чтобы было там действовать, ну, с горячей головы, так сказать. Но, тем не менее, позиции наша, особенно позиция волонтеров, активистов, она должна быть четкая, и мы должны показать власти, да, опять мы приходим в оппозицию к власти, я не буду это сказать. То есть гражданское общество – это основа общества. Все попытки
давления они ни к чему хорошему не приведут. Должны понимать это и президент, должны понимать это и Верховная Рада, и силовые ведомства. Они просто разрушают систему, свою же систему таким образом разрушают. Поэтому давайте решать проблемы нормальным путем и, прежде всего, цивилизованным путем. Врываться в 6 утра, там, в 7 утра, в субботу, в домах людей – это 37-й год. Так, очень хороший недавно я где-то прочитал признак демократической страны – это когда по утрам в 6 утра тебе звонит молочник, а не СБУ. Вот. Да. Ну что, спасибо вам, держитесь. Спасибо. Что могу только пожелать. Будем только надеяться, что ситуация в каком-то более-менее правовом поле будет развиваться. Только надежда. Спасибо за визит к нам в студию. Я еще раз нагадаю, Олексій Ангурець був у нас заступник голови правління Фонду оборони країни.